Привет, дорогие зрители, мы продолжаем играть в Байонету. И впереди у нас третья часть «Горящая земля». Гном стрит черепит, полюсом лакуна. Урпет, матрякс, юркам, урам, акала, хаос, гор, санда. あんたみたいな冴えない奴が私と契約なんて釣り合うと思ってるの？それにしてもあなたずいぶん個性的な顔してるのね。どこかで会ったかしら？どこへ行くの？私の話がまだ終わってないでしょ。魔女稼業も大変でね。地獄のお友達がお腹が空いたってうるさいのよ。あんたが獲物なら奴らもきっと満足するわ。Не серьезно, куда бежать? Ясно. Жвачку. Некультурный. Что ж такое? Еще нечто с катаной на лапу. Так, ясно. Так, вот так. Давайте-ка мы... Не так, не так. Давайте вернем. Ой, не-не-не-не-не, пожалуйста, не надо. Сейчас. Сработало, которое я взяла в автомате, а то я думаю, чего мне шпана такое? Что-то... Почему? Так, я сейчас умираю. Колечко. Чуть-чуть жизни. Давай. Шуш. Вот он, вот он. Еще колечко. Самое время. Мне не хватает.
Интересно, что ждут ее в желтый? И красный тоже. Давайте. Яр мне не помешает. Это все очень очень странно. Хорошее начало. Так, давайте разбираться. Вот. У меня не те стояли. Давайте сразу сделаем себе щит. Отлично. Так, что делает красный? А, у меня его нету, поэтому... Так, и да, я ж могу... Сейчас. Один. Ой, почему вы... Я знаю, что очень вовремя всем занимаюсь, но все равно. О, как мне на единицу его? Сид. Вот. Хорошо. Магический. На-на-на-на-на. Ну и этот. Чуть подержать было. А другое дело наши пушечки. Ага. Ой, блин, нет. А так у меня больше проблем, чем там вот эти. Офигеть. Чем дело, когда они горят, они наносят ей много урона. Похоже. Дело.
Не бой, с ними нельзя. Так. Ну да, не очень хорошо, конечно, получилось. Но, ладно. Давайте еще осмотримся. О, установлено. Еще одна пуля для аркады. Так, я зеленый еще не могу сделать. Почему? А, могу. Прошла. А, нет, снова тут. Чё? Да? Не, только не трогаешь. Ну чё, серьёзно? Ты что творить? Куда спятили? Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Куда мне дальше? На арену. Ну, конечно. Хотела в дело отправить железный, ладно. Ай, скорее он меня туда отправит. Сильно кусина. Все. Мне мало жизни оставалось для такого милого печика. Ладно, Собакин. Интересно, конечно, ангелы. Сфера. Какие-то недружелюбные. Да, все. О! Сколько больших колечек, это хорошо. Скоро насобираем на новую кусочку. Половина пластинки. Серьезно. Хорошо. Ого.
Tak, nie tutaj. No i kuda taki no. Tak. Ну, конечно. Там лестница? Сейчас можно пойти? Ого, ковор. Так. А, ну это мне ничего не дает. Так. Ага, ясно. Конечно, было не очень. Хотя нет, раньше было нормально. Статуя все еще на месте, отлично. Увели. Нет, есть. О, что мне делать с этим? Тяжело так ориентироваться дома. Ай-яй-яй. Так сильно все. Я очень плохо реагирую на такие. Глянем быстренько на паузе. У нас первая часть была этих текстов проверить.
Сейчас мы про красных едем. Ладно. Ой, что было? Подождите, стойте. Очень странно. А, ну давайте, Ancient. А, это противные колеса. Фернес, это у нас. Это Куся. Так, что у нас здесь? А. Ладно. А, у нас какое-то новое достижение? Точно будет битва, раз тут машины. Кстати, мы уже почти около обсерватории. Ой, снова такси. Что за пещера?
Oi, oi, então. Ой, как тихо сразу стало. Выкатится, ай-яй. Ай-яй. Не, чуть-чуть себе. Катакомбы. Ненавижу катакомбы в играх, это всегда плохо. Пойдем. Не хочу к Родану сходить. Там музычка не такой. Уденицкер Ченсо га хоши тте ю нара, гейму мачигайте ру зе. Сате, ёкен ва? Не хватает. 2000. 3500. Да и мелким возьмем. Могу уже. Или нет? Ну, так я могу еще взять. Интересно. Похоже, он на тех записках описывает в сути те способности, которые у меня есть, которые еще можно купить у Родана. Так что, ну, вообще, которые у меня будут. Видимо, я просто забыла за эти 20 лет, что могу, что не могу. А,
Да-да-да-да. Выглядит как портал. Он пока не рабочий. Возможно, что заработает, не заряжен. Очень подозрительный мост. Спасибо. Мы в раю сад света. Только... О, все, у меня сердце собралось. Часики. Я не уверен, что я смогу. О, черт, он упустил. Все-таки я могу вернуться. Так. Секундочку. О, это вторая часть пластинки. То, что надо. Thank you.
Зачем я здесь? Не знаю теперь. Где они? А, серьезно, они улетели? Ой-ой-ой!
определенно что-то живое, неприятное. По стене будем бегать, да? Серьезно. Что отнять? Книжечка. Давайте посмотрим. Старый Колизей. Так мы к нему и подходим. Это был алтарём, этот Колизей. Плохо, очень плохо. Выбора нет, идем к Колизею. И там будет наверняка босс-файт. А, это ты! Красная ворона! Чёрт, летела. Поймала. Прошли главу 3. Подтаксите, не саягнозе! Ужас. Ладно, я предлагаю на этом закончить. Заглядывать в Кородону не будем. Так что всем спасибо за просмотр. Пока.